такая интересная получилась сегодня игра. Балтика одержала победу. Очередной раз, да, я второй. По-любому, блядь! Интересная, конечно, концовочка, тем более, это лучше, чем матч, честно я скажу. Вот такие вот эмоции переполняют. Вот, второй раз прихожу на стадион, и вторая победа. Может мне и прийти на игру со СКА Хабаровском. Вот. Ну, я думаю, мы уважаем СКА Хабаровск. Мы уважаем СКА Хабаровск. Не, ну, очень серьезно. Побеждать-то надо. Мы все плаву. Нам некуда деваться. На Спартак мы каждый раз ебали. А Зенит, вспомни, когда выходил выше это. Нет, он в Лигу чемпионов. Халка купил, чтобы ебать Балтику, блядь. Это мы помним. Ну, Зенит это, он такой. Готов разорить все команды. В России, лишь бы стать там чемпионом, но в Европе что-то ничего не получается. Главное, пока... неудобная команда. Старушка ебет всех, блядь, не по поводу, а по размеру, блядь. 54-й год, кто так может порадоваться? Конечно, согласен. Текстильщик, вот, промышленный город. А на этот, на следующий матч идете в СКА Хабаровск? Обязательно. Какой счет будет? Ну, я думаю, знаете как, у меня есть одно лишь спросить. Мы выиграем? Да. Счет будет 1-0? Нет. 2-1. 2-1. 3-1 будет. 3-1. 3-1. Ну все, значит. Я думаю, будет 2-0 опять. 3-1. Нет, нет. СКА Хабаровск выиграет. Ну все, дай бог. Дай бог, конечно. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал. Вот, ставьте лайки. Если хотите увидеть еще игры Балтики, обязательно подписывайтесь. Я буду рад. Пишите комментарии, что вы думаете вообще об игре, о следующей игре предстоящей. И самое важное, судья, если вы помните. Если вы об этом должны помнить. Ну, цензура присутствует, я это запикаю. Хорошо, судья гей. Вот это лучше. Нет, судья из Москвы. Нет, он просто нехороший человек. Редиска. Ладно, удачи, мужики. Спасибо. Рад был с вами поболеть. И вам всем. Всего доброго.